Доброе утро. Сегодня я ваш напарник. Состав 1206. В чем проблема? Не люблю нянчиться с желторотыми. А я со старпёрами, так что... Молодец! Это не обучение. На обучение ты получишь еще двойку. А здесь потеряешь жизнь. Финн Тони Скотта. Женат? Тип того. Долго рассказывать. А ты сам? Две дочки красавицы. Основано на реальных событиях. Счастливо. Что мы делаем, оказавшись на переезде? Смотрим по сторонам! Поезд без машиниста несется через жилые кварталы, и у него нет тормозов? Ага. 1206, прием. Говори. Поезд без машиниста на северном пути. Он что, движется? Причем прямо на нас. Что за груз? 8 вагонов опасных химикатов. Это не просто поезд. Это настоящая ракета размером с небоскреб Крайслер. Мне нужны точные координаты поезда. Мы сами не знаем, где он. Не знаете? Так узнайте, ё-моё. Берегись! Это не вся беда. 150 детей вывезли на экскурсию, 16-й путь. Состав такой длины на подобной скорости снесет любое препятствие. В случае катастрофы зона поражения достигнет радиуса от 20 до 40 миль. Единственный способ остановить такую дуру — схватить за хвост и тянуть ее в обратную сторону. Ты со мной или нет? Самоубийцами мне не по пути. Это твое решение. Стой! Это его семья. Я не буду рисковать компанией из-за того, что один машинист решил изобразить героя. Вся надежда не ради тебя. Ради дочерей тебя. На двух смельчаков. На связи я, ваш машинист. Пора остановить эту тварь. Папа! Передай сестре, что я обожаю вас обеих. Скорость поезда возрастает. Мы разогнались слишком сильно. Дензел Вашингтон. Тормоза отказали! Неуправляемый. Закрой глаза, если хочешь. А ты умеешь внушить уверенность, черт возьми. В ноябре в кинотеатрах.